Путь белого ниндзя – это путь сострадания. Только научившись видеть мир глазами ликвидированных врагов, воин может прокачаться до наивысшего уровня и обрести просветление. Для этого каждую минуту своей жизни он должен посвятить непрерывной прокачке. Убивать во сне, убивать за столом, убивать на горшке, тушить подушкой, тыкать вилкой, дубасить унитазным ершом. С осознания этой великой мудрости и начинается путь белого ниндзя. Да кто же вы такие, злыдни? Поймаем, ножки обломаем, выпустим кишочки, свяжем в узелочки. Yeah.
Даже когда врагов слишком много, белый ниндзя не думает. Белый ниндзя действует. Yeah!
Гэндальф не помнил, сколько все это продолжалось. Но обучение в техникуме белого ниндзя все-таки закончил. И даже получил белый билет. Деревьев вырубил множество, домов спалил немало, осушил молочную реку, вытоптал кисельные берега, целую армию урков вырастил. Что еще придумать, не знаю. Неужели я достиг своего предела? Что за черт? Изенград был первой стратегической базой уркаганских сил после Морга. Именно здесь Сарумян, в нарушение всех международных конвенций, провел незаконные генетические эксперименты с вирусом Y. Здесь он наладил массовое клонирование нового поколения мега-урков, злобных, порочных и крайне тупых. Но изенградская битва подломила ход уркаганского блицкрига на корню. И мало кто знает, какую роль сыграли в ней два рядовых карапуза из сельской глубинки. Поймай я!
Донесения со спутников-шпионов Сарумян получал бесперебойно. Однако все затраты на разведку оказались бесполезны. Спутники могли заметить вражеский танк и даже ползущего по снегу партизана. Но нашествие деревьев-терминаторов не ожидал никто. Конечно, Сарумян помнил радиограмму от снайпера кукушки, полученную прошлым утром. Добрые колдуны волнуются, ТЧК. Конопля зашевелилась в СКЛ. Но донесения про необычное поведение конопли поступали практически каждый день. Меня ты не сможешь победить! Это моя башня и моя плотина! Мне подчинены безграничные запасы энергии! В середине дня силы вторжения деревянных ментов прорвали внешнюю оборону Изенграда, вторглись на его территорию, повязав многих и осадив телевышку Сарумяна. Комплексы и завышенная самооценка не позволили злому колдуну вовремя запросить подкрепление из Мордовии. Он жутко завидовал Селерону и железной дисциплине мордовского ополчения. Но больше всего завидовал башне Селерона, которая была намного длиннее, а главное, толще Сарумяновой. Ловите саботажника! Он на восточной стороне!
Тебе не скрыться от меня! Что нажито непосильным трудом, все пропало. Вонзай! Вонзай!